В Нижнем Новгороде завершился всероссийский конкурс телевизионного мастерства «ТЭФИ-2015». Лучшей документальной лентой жюри признала фильм творческой группы, в состав которой вошел начальник службы телеоператоров нашего телеканала Андрей Спиридонов, специальный корреспондент ГТРК «Чувашия» Валентина Поливцева и президент фонда «С чего начинается Родина» Виталий Баев. Церемония вручения главной награды ТЭФИ, статуэтки «Орфея», не уступала «Оскару» и по накалу эмоций, и по количеству звездных участников. Бессмертные творения забудутся, а каждый документальный кадр станет только дороже и ценнее. Победитель номинации «Телевизионный документальный фильм «Отсюда к родному дому». О том, что фильм «Отсюда к родному дому» вышел в финал престижного конкурса, его авторы узнали 2 недели назад. И все это время обе телерадиокомпании болели за коллег. «Орфей» – нечастый гость в Чувашии за всю историю телевидения республики. Это вторая награда. Это будет стимулом для поднятия престижа нашей профессии, стимулом для молодых, чтобы они поверили в себя и знали, что в этой жизни все возможно. И завтра они могут поехать за этой наградой. Работа над фильмом не только объединила профессиональное телевизионное сообщество Чувашии, но и воскресила старые связи. Идею документальной ленты о союзе советских граждан в Бельгии подсказал бывший помощник депутата Госдумы Александр Разумов. И фильм стал первым проектом фонда «С чего начинается Родина». Есть фильмы, можно пересчитать по пальцам, которые не доходят до зрителя в силу конъюнктурных каких-то обстоятельств. И опять же, сегодня все считается на деньги, и никто не думает о смыслах, которые изначально заложены в человеке. Это любовь, мир, дружба, труд. Кстати, после фильма о бельгийских бабушках, как его называют авторы, было снято еще 2 ленты о героине крымского подполья нашей землячки Зои Яковлевой, о Чапаевской дивизии. Сейчас коллеги вынашивают новые идеи, которыми и поделились с вице-премьером Аллой Салаевой. У меня есть мечта. Я хочу снять кино. Хорошее кино о Чувашии. Люди у нас не очень знают вообще историю своей республики. И мне хочется снять отличный фильм с привлечением звездных актеров, хороших актеров российского уровня о великой истории чувашского народа. Я думаю, вот тогда я выполню свой долг перед моим народом. Каким получится новое кино, мы обязательно узнаем. Но уже сейчас можно предположить, что оно будет так же наполнено любовью к своей родине и ее героям, как и фильм «Отсюда к родному дому». «Орфей» – лучшее этому подтверждение.